И как следствие успеха, достигнутого на минских переговорах, можно рассматривать и наметившийся прогресс в вопросе передачи России вертолетоносца класса «Мистраль». Решение об этом может быть принято Парижем в ближайшие дни. По информации Интерфакса, команда на передачу «Мистраля», возможно, будет дана уже в начале следующей недели. А в первой половине марта корабль должен быть полностью готов для отправки в Россию. Франция заинтересована как можно быстрее передать уже построенный и прошедший все испытания «Мистраль», так как она несет большие расходы по поддержанию технической готовности корабля. Контракт на строительство двух десантных кораблей был подписан в июне 2011 года. Его стоимость более миллиарда евро. Напомню, что первый десантный корабль «Владивосток» должны были передать России еще 14 ноября 2014 года. Президент Франции Франсуа Олланд принял решение приостановить передачу «Владивостока» из-за ситуации на юго-востоке Украины.